Уютненький домик Гарфилда перевел, озвучил и сделал. Озвучили Хельга и Гарфилд. Я росла в жестоком, несправедливом мире, но воспитывалась в роскоши. Моя мать была рабыней, мой отец — богатым человеком с большими возможностями. Когда у моего народа отняли право считаться людьми... Нет! Я лишь смотрела. А когда на наших землях начали чинить произвол... Я поняла, что должна стать воплощением надежды для сломленных духом. Освободительницей порабощенных. И ассасином. Ищущим справедливости для всех. Новые задания. Улучшенные уровни и окружение. Усовершенствованный геймплей. Новое качество в высоком разрешении. Надеюсь, вас не заметили? Из ныне здравствующих никто. Версия для персональных компьютеров доступна с 15 января 2014 года.